Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Навсегда снять бремя бедности. Сильный ритуал белой магии. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Подходит к концу очередной лунный месяц. И все еще остается возможность освободиться от ненужных нам установок и привычек. Если есть то, что мешает вам двигаться к успеху и быть счастливыми, то это лучшее время, чтобы начать изменения своей жизни. Именно энергия убывающей Луны способствует очищению от негатива и проблем. И, конечно, одной из самых серьезных и частых проблем в жизни большинства людей является нехватка денег. Многие люди не могут подняться над потолком своих доходов, потому что не верят в себя, в свои реальные возможности и тем самым собственноручно перекрывают свои денежные каналы. Именно поэтому так много тех, кто находится в постоянной нехватке и бедности. Сегодня расскажу вам о сильном денежном ритуале белой магии, который снимет с вас тяжкое бремя бедности, откроет новые перспективы и даст возможность видеть и использовать возможности жизни. Делается только на убывающей луне. Приготовьте моток черных ниток, спички и свечку. Найдите время для ритуала, чтобы вам никто не помешал. Лучше делать 12 часов ночи, но допустимое время просто после захода солнца. Зажгите свечку, отмотайте нить. Оберните ее 3 раза вокруг своего запястья. Отрежьте. Снимите нитку с руки и завяжите на ней узлы по количеству своих полных лет. В это время нужно читать такие слова. Бремя страшное, нужда тяжкая. Сойди прочь с меня, не тревожь боли жизнь мою и семью мою. Меня не донимай и делам моим не мешай. Приди денежная везучесть в каждом начинании. Веди меня жизнь к большим деньгам и процветанию. Да будет так. Вот вам нужно говорить, пока вы будете вязать узлы. Когда будут завязаны все узелки, поднесите нитку к свече и сожгите. Пепел от нее нужно собрать и развеять по ветру. Все. Свечку можно затушить и огарок можно выбросить. После практики просто представляйте, что отныне ваша жизнь изменится. Вместе с пеплом бедности вы оставляете свои неудачи, проблемы, денежную нужду и начинаете новую жизнь, полную всех благ и изобилия. Только так, имея позитивный настрой и оптимистичные мысли, одна за другой к вам начнут приходить новые, скрытые ранее возможности и большая денежная удача. Пробуйте, и вы будете приятно удивлены.